Так, мой капитан везет меня на остров. Да-да, Юнга. Юнга? Я Юнга? Палубы драет. Ладно. Что-то тут жилет какой-то, аж прям утопаешь в нем. Да, да. Ты молодец вообще у меня. Смотри, тут вода тоже прозрачная. В общем, ребят, плывем мы на остров Нгам. Конгам. По-тайски. Вот, у него такой белоснежный перешеек, коса песочная, да? И пальмочки красиво растут, блин, вообще красотища. Можно, конечно, вот на те острова сплавать, но по времени мы, наверное, до темна не успеем. Все-таки придется одним островом сегодня насладиться. Мой капитан меня заставляет гребсти. Окей, окей. Я начинаю. Ну, мой капитан, мы подплываем на остров Конгам. Это маленький пипи, на самом деле. Маленький пипи, да? Прикольно получилось. Смотри, тут резорт какой-то тоже есть. Обалдеть. Дома построены, ну эти бунгалы тоже. Ну тут что-то народу вообще нет. Да, да не, стрёмно, да, на самом деле, жить так как-то я бы не стал. Вот Кучанг позади. Блин, красотища. В общем, еще одна маленькая галочка у нас с тобой. Второй остров на каяке. Да, да, чуть-чуть левее поворачивай. Вот, подплываем к острову. А тут, смотри, дно песочное тоже. Да, да. Я прям вижу. Обалдеть. Красотища. Ребят, ну это красотища, правда. Баунти, вот это баунти. Причаливаем. О. Давай, капитан мой. Оп, все. Все, приехали. Ура, мы приехали. Приплыл на остров Конгам. Все красиво. Пальмочки растут. Остров похож очень на остров Пипидон, только в миниатюрной версии. Такая же песчаная коса, как на Пипи. Ну как вам, ребят? Правда красиво?